Всем привет, дорогие друзья и гости канала, с вами Влад, он же Фатхимен. И со мной в гостях Алексей, он же Кирсан Кайфат, и мы играем в Serious M2. Алексей, поздоровайся. Всем привет, итак, мы начинаем прохождение, может быть, конечно, пройдем, может быть, не пройдем, короче, по сути, не то, что-то как-то так. Ну, короче, никто побесоебим не немного, да. Никто ни хрена не понял, короче, вообще, что я сказал. Вот, но по сути, короче, в общем... Сейчас мы будем пытаться закинуть этот мячик сначала сюда, для того, чтобы получить всякие плюшки, бонусы. Оп. Вот так вот. О, And мешочек. The winner is me. Ну чё? Так, надо давай здесь быстренько... Пошастаем по этим да, бунгало. Да, как-то меня как-то, блин, отдёргивает, я не пойму ничего. Так, я, короче, взял 20 патронов. Скорее всего, у тебя из-за хоста, наверное, подлагивает у тебя. Я не знаю. Хочешь я типа... Ах! Телевизором! Нормально. Так, ладно, я думаю, больше здесь, в принципе, по сути, ничего здесь не нужно. Ну да, идем дальше. Тут ничего нету у нас. Если бы знать еще бы куда идти. Я уж вообще... Когда я играл в эту игру, это было, блин, не знаю, какие там жуткие года. Вот эти ящики можно разламывать пилой. Насколько я знаю, да. А я играл еще малым здесь. Когда не было, не знаю, лет, наверное, 7, наверное. Эй, йоу, а чё я дохну-то? А потому что это радиация, походу, или что это? А нет. Я не знаю. Ну, кстати, что-то как-то непонятно, поддергивает немного. Yes, вот эта приколка, типа, есть, мэм. Надо. А ну, идите отсюда. Ты не поверишь, да это же враги. Я думаю, я здесь их не встречу. Тут ящики, слышишь, Лёш? Чё, да подожди, ты чё делаешь? Стоп. А. Тут нужно ящик один поставить. Оп, сюда. Здесь надо кирпичи ставить. Да. Ну, или ящик может или тоже, ящики. В принципе, да. Ладно, хрен с ними. Тут понабирал патронов дофига. Тут, кстати, динозаврик вроде сейчас вылезет. Блин, я немного забыл, я что вообще-то этих динозавров вообще-то надо было оседлать. Оседлать, а ты убил, да, его? Понял? Да. Ладно, пофигу. Да фига врагов, Лёш. Ну а что делать, жизнь такая. Есть, так. Давай, ты по правую сторону, я по левую буду. Давай, зазыргаем. Ага. Вообще, на самом деле, прохождение кооперативных игр намного веселее, блин, чем прохождение одиночных игр. Это да, всегда интересно. Почему я прыгаю на Эрку? Хотя, если по сути, у я тоже, кстати. Нету. Странно. Еще враги вылезут сейчас. Логично. Ну да. Это как бы Serious Sam здесь. Странно было бы, если бы здесь никто не вылазил бы. Ну да. Кстати, уровень сложности здесь какой, я что-то не понял. Вот это вот, я не знаю. Походу по дефолту стоит средний, наверное. Ну да, что-то как-то проблематично как-то. Много, да. Ну, я думаю, в этом и интерес такой будет, я думаю. Не так изи будет. Ну да, изи. Ой, ну поначалу. Ну, в принципе, те, кто смотрит мои каналы, они понимают мои каналы. Мои каналы, они понимают, что я как бы всегда играю как бы на изи уровне, потому что, ну, лично для меня это как бы не то, что как бы интереснее. Так, наверное. Ой, осторожно, топор кидает, Лёш. Наверное, был бы лучше. Можно заряжать ее, слышишь, на левую кнопку мыши. Я и заряжаю. Понял тебя. Что-то вообще ну какой-то жирный. Засунь себе свой топор в одно тазобедренное отверстие. Да, давай посмотрим по бокам, может быть, какие-то хилки есть. У тебя что-то 65 хп, а у меня что-то хп. Кстати, слышишь, Леш, смотри, вот иди сюда, где я, видишь, там плюшка, видишь, наверху. Ты вообще где? Сзади тебя. Сзади меня? Да, вот иди сюда. Во, ну, смотри, во. Видишь, вверху плюшка. Как туда добраться, знаешь? Ну, судя по всему, надо сломать нижнюю вот эту палку.
Да. О, ракетница. Давай я возьму. О. Но мне это, наверное, не надо, да? Ну вот, кстати, эту плюшку я первый раз вижу. А, я, кстати, тоже. Когда я один играл, я не замечал никогда. Это Ну, очень так время забавно. бывает. Да? Слушай, давай ты, я не знаю, наверное, первый будешь идти, я, как говорится, так, Я понял. на подхвате, а то мне один снаряд в голову, и я, в общем-то, до Один свидания. прогиб, а ты погиб, да? Ай, блин, не говори. Так, я что-то их разбил. Ой, что-то они как-то вообще агрессивно настроены. То есть, по сути, начало игры, начало. А у меня уже осталось 15 хп. Сейчас я тебе хилку найдем, Лёш. А, вот этот вот абориген справа, который, он иногда плюшки дает. Слушай, я извиняюсь, но у меня Core i3, а не Core i7, я еще гружу. Понял тебя. Я немного такой тормознутый, поэтому, в общем-то, Да не ничего, обращаю я пока внимания. тут врагов очистил от тебя, чтобы они тебя не убили. Да, кстати, один момент немножечко забыл. Время записи, в общем-то, до 25 минут. А то я все время заморачиваюсь по этому поводу, блин. А, Ты такой, а, надо снимать. Слушай, что матрошки. за фигня? Почему он все время вот так вот дергает? Не знаю. Вот здесь вот абориген, который патроны дает. Или хилки какие-нибудь. Оп, патроны, бери. Так. О. Слышь, хилку дай. А, Хилку у не меня дает. хилка 100%. О, все нормально. С каждым походу уровнем у тебя обнуляется все, наверное. Слушай, не буду я в эти домики заходить. У меня что-то как-то от них того. Понял, понял тебя. Давай отдохнем, что ли, я не знаю, там на Давай матрасе поваляемся. полежим. На матрас! По-моему, у меня матрас вообще улетел. Не знаю, Мне тоже. за пределы. Ладно, пошли сейчас. Веселые будут чувачки с щитами. Понабегают сейчас чуваки. Там и с топором идет, осторожно. Чего? С топором идет, чувак. Дробовик этот, блин, дряхлый вообще. Да не сказал бы, если, в принципе, в голову целится, то нормально. А, слушай, слева еще один. Да, я же тебе говорю, с топором. Нет, ты мне сказал, что один прямо. Понял тебя. Дезинформация. Да. За такие вещи в контре это... Ого. Опа-на. О. Нас друзья сейчас будут забирать. Что-то я не помню такую херню. А здесь нельзя? О, тут можно посмотреть, кстати. Чего? В корзинке там можно посмотреть. Да, и чё? Лутик. Ну там вроде ничего нет. Ой-ой, это враги. Где? Вон они летают. И чё, ты мне предлагаешь еще и их сбривать? Ну вообще можно. Да не, забей это дело. Ну, я армуху подобрал. Так, там слева эти. Не знаю, По-моему, как. Не они знаю. друг друга сами отхерачили. Кстати, на правую кнопку мыши гранаты кидать, кстати. Я вспомнил. На правую кнопку мыши? Да. А, да. Да. Ладно, пофигу, это уже против таких. Жирненьких. Ну и жирных, и больших Пач, пач, скоплений, в пачки общем. мобов, да. Это тролли, да, скорее всего? Я думаю, это Троглодиты, наверное, да? троглодиты. Я уж давно не Да. слышал этого вообще наименования троглодиты. Эх. Ух, ни хрена себе! Ой-ой-ой. В данных Так, я. случаях можно было бы назвать, что к нам летят тайтхантеры, но пока ты еще в доту не играешь, поэтому пока Да. окей. Так, ну чё, блюшки даете нам? О. Здесь кто-то есть в кусте. Это что? Слушай, тут можно F нажать. Оу. Я ни разу, я не видел этой пасхалки, когда играл. Вот это вау. Куда они побежали-то прям со скоростью, я не знаю, термоядерной реакции. Да, сегодня, кстати, 14 февраля как раз можно. Все нормально. В тему, все в тему. Может, что-нибудь кинешь мне, А он уже кидал мне, кстати. а? А, тебе кинул. О, Да. ХПшка. Да, все, идем. Так. Ладно, пока, в общем-то, расслабляемся, слушаем музыку. Слушай, тут смотри, чё за хрень? Ой, обстреливают.
Тут не просто обстрел. Смотри, тут какая-то хрень есть. Тут тоже пасхалка, кстати. Представляю вашему вниманию нажать на кнопку. Понял. Есть, что там? Ой, там, короче, так-то мобы идут. Ну так-то да, что-то я не Двустволочка, двустволочка. Двустволочка, двустволочка, двустволочка. Есть, кабан умер. Так, не достреливает, походу. Во, это я понимаю. Там осторожно, Лёша, это вообще бессмертный. Не, с двустволочкой повеселее теперь. Ну да. Сейчас можно гранатку кинуть, так, в принципе. А у нас friendly fire нету, да? Я тебе урон нанес? А, все нормально, понял. Так. Так, бананы не давать. Слушай, а это, наверное, пасхалка из Донки Конга, да? Ну, скорее всего. Ля, прикольно. Подожди, подожди, дай возьму. Там так-то не до этого. А, ну да, пока оставлю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мне всандалил. Слушай, погодь. Да, я пойду там хпшку возьму, а то что-то как-то не... Давай, кстати, я пока... Кстати, вон, смотри, бомба на плоту. Вижу. Это которая, по-моему, всех очищает, да, на уровне, если не ошибаюсь? О, может быть. Да-да-да, ее поджигаешь, и все умирают. Ну, там самый такой, знаешь, черный момент прям, план Б будет. Да. Слушай, а чё? Слышь, чуваки, хп-то мне дайте, уроды. Не, слушай, я чувствую, мы сейчас еще одну пасхалку нашли. Может быть, кстати. Забавно, да? Хотели записать просто. Пасхалки находим, да, здесь, под шумок. Да не, вообще мы просто хотели поиграть. Ну же говорю, да, просто поиграть хотели. Так, где банан? Я взял его. А вот он, смотри. Где он? Сзади вроде должен быть. В смысле, где он? А вот он. Во. Отлично. Отлично. Понесли банан. Просто не зря тут нарисовано, типа, нельзя с бананами, там все такое. Давай захерачим ему банан в рот. Опа-на! Ой, это я походу зря. А, ну хотя да, там же показано, типа, не... О, блин, что такое, дубины. Жалко, что дубину нельзя взять. Ну да, типа, написано же бананы, типа, не давать, не кормить. Ну да. Ну а я так взял и покормил. Давай это не нарушай идиллию. Да. Я чувствую, там наверняка что-то у водопада есть, но... Скорее всего, да. Ну ладно. Я туда не полезу. О, деревню ломают. Я твой дом деревни шатал. Так, надо помочь этим гномикам. С Мурфиком, да? Да я даже не знаю, кому. Слушай, что-то они, по-моему, против нас заподозрили. Да вроде. Кстати, ты знаешь, я на бомбу сделаю, или не надо? Да что юзать-то, блин? Все нормально. Ты что, заюзал бомбу? Да. Такие вещи обычно остаются на тяжелых боссов там или... Знаю, знаю. Но мы будем надеяться на твою бомбу. Давай чеканем что-нибудь тут вокруг. Давай. Обычно что-нибудь тут добывает. Ну да, где-нибудь в кустах там лежит. Какая-нибудь хилочка там или какой-нибудь... Да нет, ничего тут нет, нищебродство какое-то. Ну, кстати, музычка такая приятная. Да, прикольно. Симба, здравствуйте. Это главный, самый главный. Быстрее, Сэм, останови и защити шефа Симбу. Если мы потеряем его, мы больше не найдем какого-то шамана. Так, все, я, короче, взял пилу и режу всех. Зачем? Потому мы что я на нормальном или сложном уровне сложности. Ну, скорее всего, нормальный, поэтому... Лучше не заморачивайся и играй как нормально. Понял тебя. Поиграй с бензопилой, мы и на финальном боссе успеем. Я смотрю, эти зеленые хрени любят, блин, пожевать местных. Так-то они попугая отправляют с бомбой, убивают их.
А, попугаи, да, классная да. штука. Хотя, конечно, звуковая основа, блин, конечно, что-то с чем-то. Так, а тут домики ни хрена и нету. А чё, мы все отбили, что ли? Не-не-не, сейчас еще придут. Сейчас альбинос еще придет, насколько я помню. Знаешь, такой беленький, одноглазый. Альбинос? Ну да. По-моему, вроде так называется, не помню. Не, я просто дальше меню не проходил вообще. Понял тебя. А я полностью прошел в свое время. Да их пока нельзя убить. А хотя можно пробовать бензопилой их. Не, не хотят. Ой! Короче, пока мы тут, блин, это нас накололи. Ну да. Тупо развели. Отвлекающий маневр был. Ага. Ты чё, мужик, тут свои дубины? Тут думаешь, гопник, что ли, местный? Ля, он как их отбрасывает по-жесткому прям. Да я не знаю, он прям подходит, типа, в лицо дубины. И они еще живые остаются. Как вообще этот, блин, щит спасает их от выстрела спаренного дробовика, я не понимаю. На этот вопрос нет ответа, Лёша. Не, конечно, они мощные, ничего не скажешь. Но это нормальный уровень сложности. То есть, да, как бы они не кладутся как говно с одной пачки, но и с другой стороны и... Как бы дают призадуматься, а? То есть попотеть, грубо говоря, немного. Ну да, у меня уже ладошка вспотела. Все нормально. Ну и долго они там эти ворота отломать будут? О, мне так-то патроны дают тут. Так-то там... У меня 30 гранат. И чё? Так. Ну, по-моему, они сейчас, должен, по идее, скрипт сработать, да, вот он сработал. Кто-то идет, большой. И жопастый. О! Слушай, оп, а это случайно не этот чувак из... Как его зовут-то, блин, я забыл. О, меня убили. А, все, я респаунился, нормально. У тебя 3 возрождения есть. Понял тебя. Ой, они жесткие. Они по разу взять то самое, или мы без этого, в принципе, справимся? Кого? Да чё тут, блин, чё ты? Давай, иди на меня, щенок. Ох, так-то он жесткий. Изи, о, все, изи! Изи катка. Ой, еще эти, блин. Варвары, да? Да, получи грены в лицо. Изи! О! Мясо. Ух. Сзади, слышишь, Леш, сзади. Сзади да много. Как бы его защищать нужно, да, вроде бы. Да. Так-то, да. Так он так-то сам напиндюрует неплохо. Без защиты даже. Правильно, нахера мы ему вообще-то нужны? Почему я на R прыгаю? Я вот этого не пойму. Я не знаю. Попугайчиков поназывал и убивает своими всех. Своими попугаями расхерачил уже весь свой, блин, не знаю, поселок. Видишь, Альбина. Альбинос, походу. О! Великая работа по спасению деревни, Сэм. Если ты хорошее что-то делаешь, они дают тебе любые пути, если ты знаешь правый трек, город Урсул, но далеко сила... Нормально. Непонятно. Тут так-то эти бычары. Маленькие мобы. Да, и кстати, посмотри, у тебя в инвентаре уже есть попугайчики. Те самые, да. Которые можно запускать. О-о-о-о! Так, патрончики, гранатки. Чувак, извини, но ты что-то как-то развалился. Тут еще, кстати, есть турелька одна. О, все, напендюриваем. Кому, главное, где? О, вертолет, слева. Или это наш, по идее? Наших тут вертолетов нету. Понял тебя. Сбивай все, что видишь. А лучше сразу очисти.
Вон он летит, летит. О, летит, летит, летит. Вижу, вижу, вижу. О. Ракеты не забывай сбивать. Да, вижу, вижу, которые, по-моему, в джунглях, да? Если не ошибаюсь. Да нет, просто самолеты, когда подлетают, они сначала пуляют ракеты. О, вон они идут, слышишь? Осторожно. Вижу, вижу, вижу. Так. Ну, давай, у тебя будет левая сторона, моя правая. Так. Логично было бы предположить, что моя была бы левая. В смысле, твоя левая, блин. Все нормально, Леш. Главное, мы поняли друг друга. Да если б поняли, стреляли бы куда надо. Да. Зажал на гашетку и веселись от души. Да. Зажал и счастье полные штаны. Блин, у меня тут эти, блин, буки еще. Помогу тебе немного. А мы главное вообще, как его, забирать какие-то вещи. Да, не, не слышал. Сейчас заберем, когда убьем их. Да ты запарил, блин, у меня уже третий бык с левой, с правой стороны уже бежит. Изи! Че там? О, вертолетики опять наши летят. Ну вот это, кстати, наши, по-моему, же, да? Да-да-да. Нет, все, напендюриваем их. Так, все. Так, я тогда пойду, короче, нищечки брать. Тут, по идее, тоже где-то секретики должны быть, слышишь, Леш? Да, наверняка. Наверняка, да. Давай, забираем все. И что, нам только для ракет, что ли, дали? Так-то мне попугайчиков очень много дали, и ракетницу тоже, которая она уже у меня есть, ну да ладно. Слушай, я чувствую, что-то тут, блин, явно не то. Что-то есть, может, как-то можно отсюда добраться, слышишь, наверх, как думаешь? Ну, нет, я не думаю. Понял тебя. Может быть, там какой-то подсадкой, конечно. А подожди, стоп, а если ящики, подожди, поставить? И чё? Ну и туда забраться. Как тебе идея? Да нафига тебе это нужно-то? Ну ладно. Просто так-то можно было бы, ну ладно. Ой, да там, ну... там кабаны. Ю-ху! Да ни хреново я так сам себе-то жахнул. Ой. Бегу за турель. Давай, давай, давай турельку. Помогать надо. Да я понял, что, блин, не мать Терезы. Да вон так, вертолет все, все. Сел. Вот, стой, вот... стой, там вертолет сел. Понял тебя. Да, вон они едут. Еще сейчас один вылезет из угла. Там двое. Я, конечно, понимаю, что, в принципе, логично было бы предположить, что можно было бы их не убивать, но лучше я на всякий случай их убью лучше со стороны. О, опять едут. Ой-ой, быстрей, быстрей! Оп. Еще. Так, ну я пока тут попробую забраться давай, сюда. Давай, давай, я тут... Я что-то вот интересно стало. Стреляю. Че я раньше так не делал? Тихо, тихо. Оп. Да ты, блин, издеваешься. Так, как бы вот так вот вроде более-менее... Да там просто вертолет патрулирует и все, больше ничего, пока чисто, все чисто. Понял тебя, спасибо за всё помощь. Чисто. Ты думаешь, ты сможешь туда забраться? Ну попробуй, во всяком случае. Вообще, я не знаю. По сути, блин... Я не знаю, я пробую, если честно. Тихо, оп. Что-то так. Эти как-то разваливаются. Да. Не хочет. Так, а если я попробую вот это вот... Ой. Как-то... Давай я вот что-то вот так вот опущу. Вот сюда вот. Ой, бред. Мы идиотизмом занимаемся. Слушай, пошли дальше, а? Ладно. Ну, мы пытались. Ну, мы пытались. Да. О, броня. Так, такие-то не станом наводящие, к сожалению. О, попугайчик, давай, лети. Изи. О. Да ладно. Попугайчиком, изи. Попугайчик изи. Попугайчик, да. Все нормально. Попугайчик изи. Extra life. Смотри,
Видите, ребята суровые. Вижу, вижу. А это что, блин, за генномодифицированный? Бычара. Вот, короче, как начиналось с первой... Сириус Сэм, это имеешь в виду? Да, с первого Сириус Сэма. Как начиналось, мое любимое оружие двухстволка. Вот так оно и продолжается, продолжалось, и будет продолжаться. Да. И продолжалось. Да получите грены, уроды. Не люблю, когда шальной пулей убивает. Никто не любит. Так, ну вроде все, всех зачистили. Да, вроде. Так, а здесь вроде кусты можно бить, нет? Нет, ну ладно. Не знаю, нет. Тут нельзя их собирать, как Far Cry, знаешь? Ой, так, кстати, прикольный шар. А можем вдвоем залезть туда? Подожди, только ты не спеши. Так, ой, я залез, ты можешь? На F. Ой, да нет, не поверишь, что я-то залезть туда не могу. Ну ладно, все, я так-то альбиноса. То самое. Оп, изи. Та-да-дам, та-да-дам. Та-да-дам, та-да-дам. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Слушай, езжай сюда. Чё тут за херня какая-то? Понял, я лечу. Я лечу к тебе. Я лечу. Короче, в общей сложности я сзади. Понял тебя. И езжай сюда, назад езжай. Прям в самом далеке? Да-да-да-да-да-да-да. Ну давай, короче, ты мне говори, где они. Ну и да какая хрена, ну он альбинос, убей. Вижу, 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 бегу. Изи! О, кабаны! Назад, 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 езжай. Я тебе кое-какую херню хочу показать. Ой, езжай сюда. За мной. Кто это? Я вот, мне тоже интересно узнать, что это. Оу! Что это? Оу! Ага. А там ничего не лежит? А, нет, ну ладно. Он, видимо, делал вид, что он хилка. Маскировка. Сотый уровень. Сотого, блин. Да. О, отлично. Попугайчики, давай. Посмотри, меня не убей случайно. Да не, вроде там... Тут, кстати, еще бронька лежит под камнем. Вот броня это, кстати, очень полезно. Еще бы. Кстати, я могу еще прыгать, слышишь? Как казалось. Да. Смотри. Это знаешь, как, блин, пузырики вот эти вот. Ну да. Кстати, фулл сет броня почти. О. Меня все время тоже поражал вот эту вещь. Ну хорошо, против тебя армии зомби. Залезь вот в такую херню и убивай их. Ну да. Они к тебе не залезут. Это да. Да я смотрю, ты там вообще бессмертный. Ну я просто контролирую хп и веселюсь от души. А, у этой штуки и хп еще есть? Да, 205 хп. Так, мы тут находим всякие сокровища. Так, под шумок. Так-то мы нормально сработались, я смотрю. Чё там? Так, я надеюсь, не убьюсь. Эх, разбился. О, здравствуйте. Я думаю, у меня это ловушка. Эй! Я думаю, это ловушка. Какого фига? О, эти бегущие челы, слышишь, с первой части? Я этого не слышу. Орущие морды. Так, ну я думаю, можно обычным оружием пострелять. Это бомбермены. Да. У них просто бомбит, походу, по-жёсткому. Вот это, кстати, хорошее определение. И правду. А, нет, чувак, чувак, я все понял, прости. Так, ну давай, ты по правой части, я по левой. Так. Они прямо из стены берутся. Чё это за херня-то? Мужик, синий, чувак. Эй, сзади, 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 слышишь, сзади. О, ещё сзади. Да, сзади был один тролль. Обошел. Сзади наши. Да. А вот и не добежишь, а вот и не добежишь. Иди отсюда.
Громила. Вау-вау-вау-вау-вау, у меня что-то подвисло. Так, ну что, я думаю, что в принципе на этом можно сейчас закончить и продолжить, как говорится, во второй серии. Да, давай. Вот, на этом мы с вами прощаемся, с вами был Кирсан Кайфат и... С вами был Влад, всем пока и до новых встреч, друзья. Всем пока.